«Миру нужны капитаны». Так назвала свой вечер Ольга Рыбалко. Жительница Одинцова делилась с публикой своими песнями, стихами и мыслями. Моя цель, чтобы быть по жизни не жертвой обстоятельств, а идти, реализовывать, не бояться и мечтать и делать. Наталья устроила для своих троих детей вечер отдыха от мамы. Пришла сюда одна, для себя. С творчеством Ольги Рыбалко познакомилась не так давно и решила не отпускать. Считает, что в жизни мало таких живых, сомневающихся, настоящих людей. Я поняла, что этот человек, который такой вот врывается в жизнь и оставляет свой отпечаточек, и ты прям, надо общаться, надо дружить, надо обязательно. Таких людей хочется вокруг себя собирать больше. Встречи с творческими людьми в библиотеке называются квартирниками. В отличие от большинства настоящих квартир, здесь, конечно, есть качественный звук и хороший свет. Квартирники бесплатные, в цене только внимание. Ольга Рыбалко собрала полный зал. Нам, всем людям, в последнее время не хватает этой искренности, такого доброго домашнего доверия. Ну, домашнего, вот как вот мы на кухне бы сидели, пили бы чай и разговаривали. Вот это самый лучший формат лично для меня и для моего характера. В этом зале каждую неделю выступают лекторы, исследователи, краеведы, певцы и поэты. Одинцовская библиотека номер 1 давно уже стала центром притяжения для местной интеллигенции. Тимур Гайсин, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».